И не случайно в День российского предпринимателя подвели итоги конкурса «Московское качество» и наградили победителей. Конкурс проводится вот уже 15 лет при поддержке правительства Москвы. Это система признания качества товаров и услуг компаний, которые работают на московском рынке. Из нескольких сот претендентов только 20 заслуженно получают звание победителя или дипломанта. Количество заявок на участие в конкурсе, по словам организаторов, с каждым годом увеличивается многократно. Еще бы, признание товаров или услуг компании самыми качественными дорогого стоит. Для компаний это факт публичного признания, признания как общественным, профессиональным сообществом, так и с участием правительства Москвы, качество, которое создается на его предприятии. В номинации «Продукция производственно-технического назначения» лучшей стала компания «Мослифт». Дипломы первой степени получили «Москоллектор» и «Мосводоканал». В номинации «Производство продукции производственно-технического назначения» диплом лауреата первой степени конкурса вручается Московскому государственному унитарному предприятию «Мослифт», город Москва. «Мослифт» в числе первых отечественных лифтовых производителей получил согласно VDI-4707 европейские сертификаты энергоэффективности лифтов. Уважаемые коллеги, ежедневно вы сталкиваетесь с нашей работой, и я хотел бы сердечно поблагодарить высокую оценку, которую вы сегодня видите, многотысячный коллектив. И в этой работе я хотел бы поблагодарить Институт общественности, с которым мы очень тесно работаем. Это наши старшие по домам и старшие факультеты, которые принимают нашу работу на сохранность, и это дает свои плоды. Я хочу заверить, что эти каждый раз как работал, так и будет работать бесперебойно, с высоким комфортом. И где бы я ни находился, я всегда прощаю. Берегите и Бог сохраняет ваше здоровье и ваше настроение. Спасибо. В конце торжественной встречи коллективные фото на память. Некоторые из предпринимателей уже решили вместе с дипломом повесить его на самое видное место, чтобы не забывать, качество всегда достойно награды.